Я уже 2,5 года состою в статусе любовницы, а это видео для замызганных женушек, которые устроили высер под моими видео в комментариях. Любовница от слова «любовь», а женушка от слова «рабыня». Ваши функции – кухарки, горничные, прачки, воспиталки ваших личинусов. А мой мужчина – сын и женат, но зато он поистине наслаждается моим обаянием, умом, красотой, харизматичностью. Так что нечего скулить, женушки. Привет! Знаете, что самое интересное? Она вот хвалится, что она счастливая любовница, а я хвалю, что я счастливая разведенка. Но итог один, то есть семьи нету ни у меня, семьи нету ни у нее. Окей, сейчас самое интересное, я просто весь ее блог так промониторила. Там, во-первых, у нее ЧСВшный какой-то мужичок, у меня даже язык не поворачивается назвать его мужчиной, потому что он такой весь... Вот у меня 20-летняя тёлка, ну, женщина, он из-за девушка. А вот у вас там старые, короче, там, не знаю, и всякие там непотребные женщины. Ну, то есть, а почему нужно обзывать женщину, которая, допустим, в браке с мужчиной, у нее все хорошо? Да, они уже не молодые, но если у них хороший брак, счастливый, то разве можно такое осуждать? Ладно, самое забавное то, что... Эта деваха раньше называла себя его женой. Это потом уже, когда выяснилось, что она любовница, у нее рванул пердак, и она начала огрызаться и говорить, что «О, я счастливая любовница, а вот вы там бэушный старый». На самом деле девка просто, не знаю, повелась на вот этот тренд, когда молодые девчонки сейчас кидаются на мужчин в возрасте. Причем я понимаю, если бы действительно он был такой привлекательный, он блистал бы каким-то умом, интеллектом, на самом деле ее мужчина вообще этим не блещет. Вот. Так что ну, хвалиться тут на самом деле особо нечем.